Сегодня 6 декабря 2019 года наступает суббота. Мы были в магазине, и там нас приветствовали выражением «Шаббат шалом». И вот мы вышли из квартиры и видим объявление. Ну что делать без грамотно? Смотреть на картинки и на арабские цифры. Вот так и выкручиваемся без знания языка. Я хочу, чтобы шекель не кончался, чтобы всегда он отзывался. Я так хочу. Давай, бери. Возьмем. Помидоры уже забрали. Полцена. Нам бы все подешевле. Все бы подешевле. У тебя наличные будет платить. Наличные у меня крупные. Ну да, дальше тебе даст. Мандарины. Символ города. Приход. Но сейчас был. Уже плантации нет. Все, вкусно. У меня 5 шекелей. Почему? 50, что ли? А ну 5 они на соли нашли. Да? Да. Иди к кассе. Сколько они стоят? 32 шекеля. Может, сейчас купим сразу? Купи. Вот, давайте. Премиум. Вкусные, да? Слышишь? Ешь гамсами, то оттери. Look. Speak English? Ну, только... Speak Russian. Да. Только вот хочется хорошие... Наши Russian Muhammad. Самое вкусное. Сколько? Тоже 32? 35. 35. Мне все очень нравится. Тебе посоветую, спросила, бери. Везе ты, Али? Гамзе? Да, гамзе, везе. Реган, вместо шофелло? Реган. Я ставил, просите, а шекель 60, а сейчас везе? 36. Да. 50, оставайся. Чтобы шекель не кончался.